Улицу Новогинскую можно смело переименовать в бульвар. Здесь везде зелень и цветы. Оформление выполнено профессионалами, обеспечивается и постоянный уход за зеленым убранством. Закреплена улица за управлением лесопаркового хозяйства, которое вместе с предпринимателями организовало нестандартную систему полива. На данный момент сюда не нужно заезжать в специальной машине. Система капельного полива полностью себя оправдала. Лето у нас засушливое, дожди идут редко, поэтому принято решение выполнить такое мероприятие, чтобы обеспечить полный надлежащий уход за газонами и за зелеными насаждениями в целом. Проложены полипропиленовые трубы вдоль всей зеленой зоны, которые соединяются между собой гибкими шлангами. И посредством этого мы получаем возможность подсоединять разбрызгиватели на каждом участке улицы Новогинской. На то, чтобы курорт расцвел, ушло 630 тысяч цветов. По данным администрации города, в Сочи общая площадь клумб сегодня составляет 8,5 тысяч квадратных метров.